Эпидемиологи не дали разрешения на открытие пляжей в Приднестровье. СЭС взяла пробы воды из Днестра. Вода загрязнена фекальными массами и другими нечистотами. Наталья Ткачук продолжит. Официально пляжи в Приднестровье должны были открыться 1 июня. Но сегодня в СЭС обнародовали результаты исследования воды в реке. И она не соответствует нормам ни по микробиологии, ни по химическому составу. Вода загрязнена фекальными массами, органическими вот этим, недостаточным. Вот очистка происходит стоков. И по химическому составу в этом году что-то тоже не соответствует. Это было связано с тем, что у нас резко поднялся уровень воды, связано с Новоднестровским ГРЭСом. Там сброс произошел и поднялся уровень воды. И он смывает все нечистоты, которые вдоль этих берегов находятся. И это самое. И это все попадает в реку Днестр. А это прямой путь к желудочно-кишечным отравлениям. СЭС уже дважды брала пробы на всех пляжах республики. Вердикт один. Купаться в Днестре не рекомендуется. По качеству воды предупреждаем. Будем предупреждать. Мы не можем запретить, например, но мы обязаны предупреждать население о том, что представляет опасность или не представляет опасность купания, имеется в виду. То есть на сегодняшний день еще купаться мы не рекомендуем. Люди могут купаться, но официально не рекомендуем, потому что это небезопасно. Но есть и хорошие новости. Патогенных бактерий в Днестре не нашли. Сальмонеллы, возбудители дизентерии и брюшного тифа в реке нет. Следующую пробу возьмут в начале июня. В том числе проверят на наличие холероподобного вибриона. СЭС проверила и пляжи, и до сих пор ни один из пляжей республики не получил разрешения на официальное открытие. Главная претензия – пляжи просто-напросто не готовы. Много мусора, нет нормальных душевых и раздевалок. После подъема воды на берегу вместо песка – грязь. Людям находиться на таких пляжах небезопасно, считают эпидемиологи. Ни одна зона отдыха, ни один пляж не готов в настоящее время к открытию купального сезона. Есть вероятность, что звенится, потому что это не готово. Мы не можем. В крайнем случае мы не дадим, пока не будут выполнены все наши требования. Официально пляжи откроются только с разрешения СЭС. Но запретить ходить на пляж, лежать на песке и окунаться в воду эпидемиологи не могут. Так что купаться на свой страх и риск в Днестре или нет – решение за вами. Эпидемиологи свое веское слово уже сказали. Наталья Ткачук, Дмитрий Хаджиогла, ТСВ.